Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас стрим с новеньким обновлением 0.5.3.3, которое принесло нам особо весомых, так сказать, няшек ни одной. Принесло только изменения некоторые, там перебалансировка техники, там порезали, апнули многих. То есть особо изменений как бы таковых нет. Давайте быстренько, наверное, пройдусь я по патчноуту, так сказать, озвучу то, что написано. Конечно, патчноут вы можете почитать и сами, зайдя на официальный сайт, там сразу же оно на главной странице есть обновление 0.5.3.3, и там патчноут можно почитать. А я так быстренько прочитаю и объясню, что да чё. Так, идем. Первое. Исправление ошибок и оптимизация. То есть, чувачки поправили чуть-чуть оперативу, чтобы она не так текла. Автонаведение. Я даже не знал, у нас оно было, что ли. В общем, оптимизировали воду, чтобы, например, на больших картах, ну, они и так большие есть, чтобы она не сильно грузила проц и видео. До этого ужасно было все. Ну, до того еще патча, где оптимизацию более-менее нормальную сделали, еще до того было вообще ужас. В общем, поправили мышку. Мне, например, я играл до стрима, да? До стрима играл, и мышка, ну, более-менее, то есть, стала. То есть, можно играть и даже не трогать настройки. Я играю танкомышь, кто не знает. Там ее тоже поправили, 0.3.5, 0.4.1, то все фигня. Кому интересно, я же говорю, дуйте в патчноут, там все написано прям не знаю, как даже еще как сказать. Так, ну идем дальше. Изменение баланса самолетов. Повысили оптимальную высоту для советских и японских истребителей легких. То есть потолок повыше стал. Ну, это хорошо. И хорошо то, что уменьшили силу форсажа реактивных самолетов. Потому что там как жмешь форсаж, он как будто еще 5 двигателей сзади прицепляется. И дуете с такой скоростью бешеной. Очень правильно сделали, молодцы. Мустангов хорошо покатаю, найду покатаю. Чувак. Так, ребята, идем дальше. Что у нас? Апнули и порезали достаточно много самолетов. Даже... Ну, самое меньшее количество это японцев. И то их апали. Да, Япония, 2 самолета, тут увеличена маневренность, апнули их. Ну и уменьшили точность. Ну, да ладно, то есть, я же говорю, патчноут доступен, можно почитать, потому что тут каждый пункт перечитывать, это уйма времени уйдет. Также добавили очень-очень много новых достижений. Переделали новые. То есть переделали старые достижения. А также там картинки старых достижений, слава богу, тоже там поправили, потому что ужасные некоторые были. Пожары. Увидели. То есть каждый самолет, который загорится, он будет получать теперь больше дамага, чем раньше. Также и. Так. А, это урон повысили, да, и вероятность пожара. То есть сейчас стреляешь, например, да, этими бронебойно-фугасными, и хер кто горит. А сейчас должны гореть как свечка. Также апнули борт стрелков. Они теперь, конечно, не так часто стреляют. Могут промахиваться, дамаг повысили. Можно его ранить, борт стрелка. Тараны, слава богу, тоже поправили, потому что, например, если два самолета стыкаются, да, то есть один может, например, выжить после тарана, зависнуть в воздухе там на секунд 5, да, и дальше полететь. Думаю, у всех так было уже. Вот еще очень хороший, так сказать, бонус — зенитки. Увеличенная вероятность промаха зениток по маневрирующему самолету. То есть, если вы будете туда-сюда вертеть своими крыльями, то зенитка может не попасть. Это хорошо. Правдоподобно даже. Так, опять апнули штурмовиков. Добавили им урон по наземке. Навыки порезали. Порезали особенно навык снайпер. Потому что он там, наверное, безумно добавил прирост к точности. Ну, я точно не знаю. У меня даже он не прокачан нигде.
Так, идем дальше. Что же у нас тут? Звуки. Да, мне как раз дам вам послушать. Прикольно сделали. Ну, вот что мне до сих пор ест душу, то, что не сделали нормальные звуки выстрелов. Стреляешь с 40-миллиметровой пушки, как с какого-то, я не знаю, с пистолета. Ужас, в общем. Экономику переделали чуть-чуть. Так, опять для штурмовиков ап дополнительный, то есть количество опыта подняли за уничтожение наземных объектов и повреждений. Также, наверное, не знаю, может апнули или порезали формулу получения вознаграждений за бой. Сделали очень похожим на танковый. Там что-то еще стоимости повысили, чат тоже там ошибки поисправляли. В общем, почну вот такой вот. Конечно, 1,5 гига, не знаю, что тут весит. Ну, блин. Наверное, не знаю, новые достижения 1,5 гига весят. В общем, обновление, не знаю, можно было втиснуть, не знаю, 100 мегабайт, потому что тут правка самая большая, это идет характеристик. То есть эти иконки, наверное, там мегабайт по 100. Каждая иконка. Так, ну все, почну, вот, я же говорю, почитайте сами, если вы не ленивый засранец, как я. Ну а мы давайте полетим, посмотрим, что да как. Сейчас проверю, стрим все идет отлично, говорите, как там меня слышно, как музычку слышно. И будем отправляться в первый бой. Ну, для меня где-то третий уже. Полетим мы на этом самолетике, который можно сейчас приобрести за 800 примерно токенов, и он у вас останется на основе. Вот название F2A-1. Ну, сейчас как раз во время боя и расскажу, что это за самолет. Ну, чтоб отдельный видос не пилить, сейчас и посмотрите. Я даже разукрасил так чуть-чуть. Ну, полетели. Если кто хочет со мной полетать во взвене, без проблем. Пишите ник под видео. Я вас приглашу и будем гонять вместе. Этих дятлов. Ну, вроде их так уже называют. Так. Ну да, даже чуть-чуть поправили оптимизацию, то есть самолет сейчас, например, у меня, да, то есть поменьше глючит, то есть FPS подрос однозначно. Сейчас карту повыше сделаю, побольше, то есть. А, так, так, так. Ой, не то. О, все, норм. Нужно, наверное, сейчас погромче сделать, чтобы вы слышали, как говорит чувачок через рацию. Сейчас. Ну, конечно, сейчас громко будет, но можно на пару минуток включить, чтобы послушали. Услышали. Послышали. А, умора. Вот, слышали, да, но вот, первый поврежден. Ну, говорит, типа, через рацию, чувачок. Ну, не знаю, мне особо оно не доставляет, ну, неплохо, неплохо. Может, кому-то так лучше, например, играть. Когда он так гау... Ох, тут у нас хвост сел. Этот ультраманёвренный бипланчик. А, он все, слился. Днище! Хедшот, сучара. Оу, чуть на таране ушел. Тут, что прикольно, на третьем уровне уже закрылки есть. Что доставляет. Вот водичка какая красивая. Наверняка отражение есть. Ну что, не убить его не могут. Ой,
помощь. Да, звуки слышно, то есть поправили двигов. То есть, например, слышите, да? Как и в видео говорили, что в реальную писали, они молодцы. А вы давайте больше доната. Нужно будет штурмовика взять и показать, как там вроде, говорят, апнули дамаг. Посмотрим. Ну, херня. Че, я поджег его, что ли? Да? Прикольно. О, как там шмаляет. Вы слышали звук? Прикольно. Ну, я маневрирую. Не попадай по мне. Гуд. Оу, что, у нас базу уже скушали все. Да ладно, сейчас браузер открою. Чё-то ни хрена не вижу. Так, ну, все оки-доки. Стрим идет, музычка играет. О, вот ты где. Последний враг. Последний враг. Сдавайся. Немец. Да, немец, немец. О, один на один. Да все, он проиграл. Если я не знаю, мне сейчас ракетой никто не собьет. Все, готов, красавчик. Затащил. Хе-хе. Ребятки. Ну, не знаю. Сейчас как-то мне судить даже не хочется по опыту и по деньжищам, которым я заработал. Еще не знаю. Как выйдет в основу, тогда и посмотрим. Как оно? Ох, Витас, что ж ты там так написал, интересно мне. А так можно, без проблем, ребят. Приглашайте меня. Да, приглашайте лучше вы меня. Мне как-то лень. Я вот сейчас поговорю с вами. Так, ну что там, вопросиков нет. Нет пока еще. А, Настенька, Настенька. Зачем? Зачем? Зачем что? Пожалуйста. Обоснуй. А то я не могу понять, что ты хочешь с этим сказать, зачем. Ребятки, не забываем подписываться на мой каналчик. Мне очень приятно. И жать лайки под видео. Я люблю цифры. Как и Джов, да. Так, ну, мы продолжаем. Ну, как посмотрели, один боёк. Самолет неплох. Попал я в топ. Да, в котором, не знаю. Для мерок самолетов пофармил 30 тысяч. А ну, сейчас. Окей, сейчас зайду, подожди. Так, 30... Одну тысячу я нафармил, да? Так, потратил 5300 на то, что у меня тут бензин стоит. БФЦ, окей. А не, я возьму обычную БФшку. Потому что БФЦ... Оу-оу-оу-оу. Ребят, вы это видели? Меня выкинуло. Сейчас перезайду сек. Поздравьте меня, это моя первая ошибка за... Да за все время, что я играю в танки и в самолеты. Это первая... Да? Первая ошибка за где-то за полтора года. Ссорилась, там чуть-чуть сейчас был черный экран. Ну, вы не переживайте, я быстренько все исправлю. Так. Ну, летим дальше. Ну, все гуд вроде. Ничего. Да, гуд. Вот что меня еще раздражает при загрузке, как первый раз запускать игру, вот это вот загрузка. Вот как будто, я не знаю, там ангар негры загружают. Ну или рабы. Кому как получше будет. Сейчас прокачаем. Чувачков. Давай улучшенный обзор. Оу, так.
Ну, давай снайпера изучим. Ну, еще и третий. Ну, бомбардир нет, знаток моторов. Я и не знал, что у меня так. Тут круто. Сейчас. Дай комплект. Че, не пополнял? Так, ну и выносливость. Бортстрелку повысим потом. Меткий глаз, что она дает. Ага, и дальность. Окей. Должно быть good. Сейчас проверим. Так, а что мы тут? Мы... Бронебойная. Фугасную. Зарядим, да. А тут бронебойную. Так, да, у меня, блин, он пустой тупо. Вообще офигеваю. Как так может быть? Так. Так. Че, бомбы повешу? Да, повешу бомбы, хай будут. Наземку понасилую чуть-чуть. Так, модули. Ну, тут хоть топовое все. Так. Сейчас быстренько прокачаем. Так, да, жесть загрузка бесит. Ой, не жесть, а сек. О, да, так гуд. И... Ну, окей, вот эту фигню поставим. Готов. Полетели, бро. Го. Так, что там, мои дорогие зрители? Так... Да, ребята, во звено можно без проблем. А, по танкам... Ну, сейчас уже поздно делать стрим, потому что... Не, я могу. Мне это трудности, так сказать, не добавит. Я могу без проблем застримить тест. Но уже просто много... Много кого, блин... ой, много кого... Много кто уже стримил тест и гайды... И... Чуть ли уже не пишут по тестовому. Не знаю, я как выйдет патч в основу, тогда, наверное, застримлю его. Ну, просто у меня не получилось. Зе. Мне просто не хватит... Не успел я. Я был на работе, как раз патч вышел. Если бы я был бы дома, да, я бы застримил сразу же. Через час после выхода патча я бы уже стримил бы. Так, звук теперь могу, да, могу. Вот так вот. Что? Оно, конечно, хорошо, что жужжит все. Ну, как-то музычку слушать не очень приятно с жужжащим клиентом. Опять порезали супер этого Wildcat'а. Это очень плохо. То, что его порезали. Ему там порезали эту, как ее, форсаж порезали ему. Сучка. Плохой Wildcat. Ну, бортстрелок, стреляй, чё ты? Не хочет. А, фак. Боже мой, Света, чё ж с тобой, чувачок? Чё ты так вот это? Как-то... Ой, а у меня же это открыто на весь экран, а я тут... Думаю, чё мне так чуть-чуть подлагивает? Ну да ладно. Ребята, подписон и лайк. Это ваша задача на сегодняшний день. Так. Со мной можно сыграть во взвене. Стримить я буду примерно 2 часа. Попытаемся определить нововведение в этом патче, так сказать, в живом бою.
Ну, поехали дальше. Двоих сбил. Бортстрелок одного сбил, точно. Так. Ну, а мы продолжаем. Ну, мустанга у меня... Не, мустанга у меня нет. К сожалению, я качал ветку этих суперкорсара, корсара обычного. Ну, возьму этого. Сейчас посмотрим, что у меня тут топовое, и все. Ставим еще это. Так, что у меня тут по лентам? Бронебойные, зажигательные. Премиум? Что за херня, а ну? А, это ж она премиумная. Тю, блин, я забыл. Че, мы уже улетели? Ну, давай жми, братюнь. Да, нужно на Яки 9 еще слетать. В почноуте написано, что мы повысили маневренность. Ну, проверим. Да, я в War Thunder играю. Советы давать? Ну, спроси меня, о чем ты хочешь, чтобы я тебе дал совет. 100 токенов, good, смотри, на месяц, еще один на фармле. В тундру играю, жду танки тундровские. Должны были, ну, не были, а будут, good. У меня даже есть на моем канале видос с танками тундровскими. Ну, попали мы не очень хорошо. И не из-за меня, как бы. Посмотрите, у них, например, 5-го ни одного нет. Я негодую. Негодую. Хотите, могу сделать даже отчет, чтобы по отчету мы все вместе попадали в один бой. Не знаю, тестировали. Все. Игра World of Warplanes от картошки. Подробнее от Wargaming. Ну, типа конкурент War Thunder. Игрушка ультра аркада, если так уж говорить. То есть ХП, как у танков. Вот, например, я, так сказать, на ПТшке или на тяжелом танке. Не, все-таки ПТшка. Как начать играть в эти самолетики? Да все очень просто, братюнь. Не знаю, можешь зайти на официальный сайт танков или просто тупо в поиске написать World of Warplanes. Тебе сразу ссылочку даст на официальный сайт самолетиков. И там ты заходишь, качаешь клиент, регистрируешься. И, блин, играешь... А с чего, с какой ветки, это уже как бы тебе решать, бро. Сейчас, тут такой важный момент. Вот так вот тащат тяжелые истребители. Эх, бомб-килл не получилось мне замутить. А жаль. О, поджог. А раньше бы такой фигни б не было, точно уверен. Оу. Оу, все, да. Поиграл. Эх.
Ну, ребят, давайте чуть-чуть порассуждаем. Я это дело очень люблю. Сейчас плюс. Давайте посмотрим на Мустанга. Там чувак просил полетать. Ну, у меня, к сожалению, нет Мустанга. Ну вот, пожалуйста, Мустанг. Бомздумит, 100%. Так, давайте поговорим. Так, первый вопрос. Ребят, патчнул этот патч, да? Данный патч, который вышел 0.5.3.3, в основном затрагивает ТТХ самолетов. То есть их не характеристики, которые прямо так играет, да, почти не заметить. Там кому-то прибавили чуть-чуть маневренности, да, там кому-то чуть-чуть порезали пушечки. Повысили возможность возгорания, там, повысили, пока горишь, да, то дает больше горения, дамага, там. Там чуть-чуть повысили, там чуть-чуть порезали, оно в сумме почти незаметно. Если бы, конечно, добавили новые самолеты, да, там, оно сразу видно, да, новое. Эта обнова весит 1,5 гига. Особо визуально эти 1,5 гига не замечаются совсем, потому что там добавили звуковой эффект рации на вот эти голоса сбил, первый, второй и прочая херня. То есть, сейчас так прям сказать, вот, вижу, вот этого не было, сейчас оно есть. Так в этом обновлении точно не сделаете. Потому, да, лучше, не знаю, для промывки мозгов почитать патчноут. Там все можно вычитать и понять, что добавили, что убавили. Чтобы увидеть работу этих разработчиков наших таких любимых. Так. Ну, смотрите, ребят, я видел только вот этот уже закрытый показ, да, там чувак стримил с закрытого показа. То, что я видел там, мне очень понравилось, то есть детализация. Физика, конечно, ну, я не эксперт, потому что и ничего такого особого насчет физики сказать не могу, но она есть. Мне нормальная, то есть я... Сейчас отвечу на этот вопрос, потом на тот буду отвечать твой насчет аппа. Так, то, что я видел, мне очень понравилось. У меня мощный комп, и я буду, даже не буду, а уверен, что комп потянет меня на максималках. Настройки танковые, вартандеровские. И будет вообще, то есть глаза просто от графона вытекать. Должны быть хороши. То еще был закрытый показ, потому что там ничего такого годного нет. Только графику можно было посмотреть. Но детализация там намного, намного лучше, чем вот. Так, идем. Не спорю. Вот как раз с этим согласен, что картошечные танки по-своему хороши. А улитные тоже неплохие, потому что у элитных, например, там карты будет минимум километр два и даже иногда больше. Это очень хорошо. Плюс там можно тупо с одного выстрела снести танк, подорвать БК, там, не знаю, убить экипаж, там, критануть что-то, и танк будет недееспособен. Плюс там есть эти гаражные, так сказать, бои. То есть у Вота, например, эти ХП, то есть оно... Это как... Battlefield 3 и КС. Не, подожди, не так вроде. Ну да, то есть по сути так и есть. То есть ХП, скорость, быстрая игра, то есть в картошечных танках идет. А вот в War Thunder там, да, километр попробуй проедь на танке, например, тот же КВ-1, который максимум 30 км в час идет. То есть там вообще, то есть вынос мозга именно для любителей. Там одна игровая сессия будет, наверное, минут 20-30 идти. Там же плюс гаражный бой, то есть одновременно можно будет на танк сесть, потом как убили на танке, сразу на самолет сесть, и там с самолета потом убивать танки или другие самолеты. В общем, об этом можно очень долго разговаривать, и плюс у нас вот совсем-совсем другая игра. Мы сейчас, так сказать, втыкаем самолеты от Wargaming. Кстати, ребят, не забываем то, что я транслирую этот стрим Full HD расширение, и не забывайте включать Full HD, ну, там где колесико, так сказать, шестерня,
Ставьте 1080p и офигевайте от красочности и скорости обработки графона. Потому что последний, так сказать, ап производительности очень-очень хорош. Так, не думаю, что супертестером что-то засунули и 1.5 гига оно весит. Потому что в почноуте, например, никакой инфы насчет этого нет. Обычно пишут, что, например, да, там супертестером добавлено для тестирования там 5 самолетов различных там наций, вариаций и уровня. А сейчас такого не было. Совсем не было. Так, ну, да, выходим. Засиделся чуть-чуть. Продолжаем. БФЦ. Ну, чё ж ты так находишь БФЦ? Уж четвёртого. Ну, окей, окей. Уговорил, чувак. БФЦ. Я с тобой ещё один боёк сгоняю. И другой, кто хочет меня приглашать, с тобой тоже слетаю, если ты меня смотришь, чувачок. Напомню, не забывайте, ребятки, подписон и лайк. Для меня это радость, счастье и хорошее настроение на ночь. Так, ну а мы продолжаем тестировать новое обновление 0.5.3.3. Подробный патчноут можете почитать на сайте. А я как бы пытаюсь высмотреть новый патч в реалиях, в боевых реалиях. Порезали этот самолетик, жаль, конечно. Там скорость пикирования и маневренность вроде порезали. Да, 200. А, это у меня бомбы тут. Не, бомб нет. Ну, оно. Что-то у меня прицела не было. Ну чё ты, жми, чувак. Сейчас, где ты тут у нас? Го. Полетели. Ну, бро, давай, жми на педаль. Так. Ну, все пока гуд. Стрим идет отлично. Музычка играет, да? Вам слышно? Ну, насчет этого не уверен, что 0.9.0 принесет что-то такое особенное, как принесла обновление 8.0 с физикой. В последнее время в танках выходят только, блин, новые танки, новые карты, открытые новые карты. И, блин, режут технику налево-направо всякую. Все. Это все обновления, блин, за последние полгода точно. Ну, не считая физики. Физика это, да, прорыв, который обещали, еще не знаю. Как только сделали игру, и уже и тогда обещали физику. А запилили ее только недавно, так сказать. Посмотрим. Поживем, посмотрим. Самый, так сказать, аргументированный ответ на все вопросы, связанные с нововведениями в играх. Да, бро, я знаю, задержка на стриме, ребята, идет. Так что пишите или под видосом на стриме, или даже прям в клиенте можете мне писать. Ух, немчура какая. 30 миллиметров, пушечка. Здоровая такая, да? Брюха. Так, а чё, они все снизу там, да? Так, сейчас запилим этого. Чё ты так? Давай, 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 детка.
Погибай. Вот так вот. БШ-2. Чё ты там забыл? Неужто базу нашу захотел истребить? Да давай, выводи. Говорит же чувачок, выводи. Оно не выводит. Ну, умри ты уже. Так вот. Сейчас мы зайдем на тебя. Все равно вот эта фигня глючит с захватом цели, блин. Раздражает. Ну. Конец-то. Ох, сколько их тут. Ужас просто. Патронов не хватит. Ну ничего, сейчас я их... все их перебью. Хе-хе-хе. Визжать как сучки будут. Если бы не перегревалась моя 30-миллиметровая пушечка, было бы все гуд-гуд. Вот и аса взял, как бы, невзначай. А сколько качается, если честно, хз. Зависит от твоего интернета. У меня 50 мегабит, например, тот же этот, как его, патч 1,5-гиговый, он качал мне, не знаю, минут 2, наверное, где-то так. То есть не особо долго. Так, бро, пока. Кто хочет еще со мной играть, бросайте пригос во взвено, полечу с вами без проблем. Так, да, я хотел яка 9 обкатать сапнутой маневренностью. Так, а что у меня там по начинке? Готов к бою? Тут готов. Тут тоже готов. Ну, а раскрашивать как-то не хочу. Долго. Ну, его. Так, ребята, подписываемся, лайкаем и имеем хорошее настроение, как я. Ну, а мы продолжаем. Музычка у нас тоже играет, все хорошо, все очень хорошо. Так, сейчас посмотрим быстренько, что там происходит на каналчике. Так, на каналчике все гуд. Все очень-очень гуд. Я доволен. Но нужно больше, ребят, подписей. И все такое. Так. Шестьдесят 4 бита. Или может мегабита. Или можем поподробнее, бро. Я чуть не пойму, 64 бит. Если так, то у тебя, не знаю, этот ADSL модем. Час. Ну, вот, говорит чувак, что час. Так и быть, час. Так, ну, сейчас попробуем Як-9. Да, карта good, самолет, например, Як-9 good. В общем, ребят, кто там меня спрашивал совет насчет какой самолет в первую очередь качать, покачайте ветку яков, особенно вот этот як 1, як 9. У них главная особенность — это то, что у них пушка, так сказать, моторная очень-очень-очень мощная. Например, вот на 6 уровне, да, у меня тут стоит 45-миллиметровая пушка,
которые дают дамага минимум 50 за один выстрел и за одно попадание. То есть самолет зверский. Если сесть кому-то на хвост, и у вас не перегрето ничего, тупо вынести даже штурмовика. Не то, что тяжелого истребителя. Тут вообще раз-два и нет. Ну, сейчас посмотрите, да? Сяду на хвост БФЕшки. Увидите. Эх. Так, ну это, блин, зараза. О, да-да, вроде подняли. Маневренность выросла вроде бы. Но это нехорошо, потеря управления. Ну, лучше полетим резать штурмовика. Хе. Вот сучка. Оу! Нет, тут без вариантов. Уж слишком я... О, зато сбили всех. Да, ну... Перестарался. Очень даже перестарался. Пойдем дальше. В общем, тут заметно, что апнули маневренность. Я заметил. Прочувствовал мышкой своей. Так, что там? П-40, М-105. Порезали ему пулеметики и маневренность. Ну, давайте проверим. Что да как. О, почти в топе. Good, good. Огневая мощь 85. Ну, блин, я поражен. Ну, сейчас увидим, есть ли какие-то изменения в худшую сторону. Так, как у нас там стрим? А стрим у нас вроде good, да? Good. Да, good, good. А. Да, все. Все так, как нужно. Так, сейчас чат открою быстренько. О, все. Чат открыт. Лагов нет. Все идет как так нужно. Так, ну, мы на этом фланге и останемся, потому что тут на земке нашей не особо много. И вражеской не особо много. Поднимемся чуть-чуть повыше. Да, где-то тут километр 300 максимальный потолок. Ну, придется как-то выживать в этом. 6 пулеметов, 12,7. Решают. Ну, конечно, у них дальность не очень высокая. Вроде 600 или 700 метров эффективная. Тому приходится сближаться очень сильно. Ну, а если сблизишься, кому-то особенно на хвост сядешь, то все. Нет, братюня. Заклюешь до смерти. Так, ну. Вах, 3. Пятый уровень. Конкурент, так сказать. А, у нас побольше хп даже. Не, ну, я бы, например, сейчас бы не сказал, что сильно заметил, что... Блин. Фак. Я бы не сказал, что сейчас оно очень заметно, что порезали ему маневренность. И пулеметы вроде более-менее что-то стреляют. Конечно, звук отстой, но стреляют. Дамаг наносят. Так. Ну, а насчет карты. Карта хороша, но еще не слишком уж оптимизирована. Потому что эти множество облаков очень хорошо грузят систему. Тому иногда не радует. Эх, бедный Wildcat.
F4F. Раньше он вообще имбой такой был, безумный, что... А сейчас порезали пушку, и маневренность ему порезали, и форсаж, фу, блядь, форсаж порезали, все порезали. Бедный самолет. Я расстроен насчет этого, что его режут и режут, режут и режут. Это плохо. Так, стрим у нас идет отлично, ничего не глючит. Все идет хорошо, так как нужно. А мы полетим дальше. Да. Не будем зацикливаться на одном бою. Потому что это не есть хорошо. Ну, поражение на Як-9, это понятно. Так пронубить очень сильно. Не очень хорошо. Так, полетим мы, на чем мы еще полетим? Ну, на Ешке, например, тот же. Что-то у меня скоро откроется уже. Фридрих, 9000 еще. Полетели на немецкий Вундервафли. А, так. И в топ. Если вам там слышно, как я разговариваю, да, и что-то жужжит, это мой компьютер с новым корпусом жужжит. Просто в нем 4 вентилятора, плюс я еще 5-й свой со старого корпуса поставил. Так что он у меня, не знаю, просто пылесос какой-то. Ну, красивый, с синей подсветкой. Кому интересно, заумановский Z9 корпус, D2 Black Fox. Такой достойный вариант. 4 USB порта, 3.0 нет, потому что у меня материнка не очень такая уж крутая, 3.0 в ней нет. С датчиком температуры. В общем, такой здоровый, хороший корпус. Если думаете в районе 500 гривен покупать корпус, берите такой, не пожалеете, 100% не пожалеете. Видеокарту можно тупо километровую засунуть. Так, ну, у нас бой. У нас самолеты, а не железо. Ух, чувак, ты меня так не пугай. Чуть не врезался к тебе. Так, ну, у нас самолет бомзумерский. Так что поднимаемся наверх. $1500. Ну, думаю, для начала хватит. А потом уж посмотрим, что да как. Так, что у нас там? Чат. А чат на Ютубе у нас тихий, спокойный. Мне нравится. Ребята смотрят, значит, что-то интересное тут излагаю. Это хорошо. Мне приятно, ребят. А чтобы сделать еще более-менее приятно, подписывайтесь и лайкайте видос. Тогда вообще будет огонь. Ну, а мы сейчас попробуем Wildcat'а забрать. Прикольный камуфляж, бро. Ну, извини. Ты должен умереть. Что-то он... Нет, ну хм, уже какой? Третий бой подряд, блин, таранцы хреновые. И дамага не дашь, блин, и не поубиваешь никого. На таран идут. Гад. Аж на три части разлетелся. Я расстроен этим просто. До глубины души. Придется читать, что тут пишут. А пишут тут... Ничего вроде. Так, что у меня там в группе? Ребят, не забывайте также вступать в мою группу.
где сразу же можно узнать о новых стримах, о новых видео. Также посмотреть прикольные картинки, пообщаться и все такое. Также проголосовать за мой новый логотип в самолетах и в танках, который я недавно забацал. Также заходите мой на Twitch аккаунт, в котором стримы в последнее время идут очень часто и по танкам, и по самолетам, и по всем другим игрушкам. По очень многим. Так, ну, переключусь пока на Wildcat и продолжу агитировать вас вступить в мою группу. Там уже насобиралось довольно много людей. Уже 114 человек. Будь 115, 116, 117 и так далее, ребят. Также там можно увидеть мой компьютер. То есть картинки моего компа, начинки, корпуса, мышки. Клавиатуру я фоткать не буду, потому что она обычная. За мелочь. Так, что тут у нас, куда он летит, на туманы там. Ну, поехали дальше, то есть полетели. Ну, победа на P40. Ну, я там особо не пострелял, так что судить по доходности не стоит совсем. Так, ну что мы возьмем? Возьмем мы подобие Мустанга. Премиумная машинка 4 уровня. Так. Попадаем в топ. Это очень хорошо. Есть 16-е позднее. Ну, чем я их лучше? Скоростью. Да, я быстрее. Толку от этого, конечно, ноль, если в ближний бой вступить, то не маневренность, да. Так что, будет бэт. Так что придется бумзумить. И тут только два пулемета 12-7. Ужас. В четвертом уровне, если у них там на четвертом два пулемета 7.62 и две двадцатки. Ну, это прем. Получается, что я должен сейчас нафармить тучу серебра. Мы летим вверх. Движок тут должен быть более-менее нормальным. Прикольный, красивый самолет. Истинный американец, как бы. Да. Ну, два пулемета. Негодую я из-за двух пулеметов. Ну и 16, давай я на тебя пойду. Ну, дамажит неплохо. Эти два пулеметика 12-7 мм. Я бы сказал, дамажит довольно неплохо. Даже очень неплохо. Сейчас, ну, только эта зараза маневренная. Ух, какой, блин, зверский. Вообще, сколько у меня хп? У меня много хп, а чё он так меня быстро вынес? Ой, ну да ладно. Ну вот, 75 хп у чувака. Ну это наш, конечно, но такой же. Да ладно, в общем. Не буду в детали идти. На БФЕ победа. 914 удвоенного. Ну, как-то не очень, но... Полетим мы еще на китайца, да. На 6 уровне китаец. Был 5-м, стал 6-м. Ну, однако гнет и так. Че по
по модулям все good. 14 тысяч. Ну да ладно, полетели на этом еще. Ух, семерочкам, это не очень хорошо. Зэшки. Ну, у нас 3 зэшки, у них 2. Посмотрим, как ребята играют, хорошо или плохо. Должны хорошо. У нас Splitfire. Фу, блин, Splitfire. Spitfire. Как мне обнова, так особо ничего. Я же говорю, не добавлено никакой новой техники, никакой новой карты. Только сделали небольшую перебалансировку. Там подпилили, там запилили и все. Больше ничего. Вот вся обнова на 1,5 гига. На 1,5 гига. Ну ладно. Не будем предъявлять претензий, потому что игру таки сделали. Нет, я на токен не попал. У меня 500 было, 500 и осталось. В общем, игрушку, если сравнивать с альфой и с данным этапом тестирования, то это не бля... не бля. Земля и небо. Да. О, чё-то меня так... Чё я так быстро лечу? Странно. Густав. Ну, Густав зверский самолет, ребят. Ну, блин, косой же ж. Зверский и косой. Зато у меня маневренность бешеная. Хорошо. Обнова начинает не нравиться. Потому что они начали вот тут гореть, как спички. А это хорошо. Так, кто там сверху еще? Вот китайцы еще прикольные самолетики. Ну, блин, их пушки очень быстро перегреваются. Но зато они очень маневренные, очень. А это, например, как если любите бодаться, то очень хорошо. Да ну, блин, хер успеешь за ним. Москитом. А, двигатель перегрет. Ну да, тут еще это фигово. Раздражающий этот форсаж. Очень-очень медленный. Не очень медленно, а быстро садится форсаж. А это не есть хорошо. Это у нас Зэшка или что? Не пойму. Да, вроде Зэшка. Да, Зэшка. Еще один, блин, воп хочет атаковать китайца. Наивный. Еще довольно дамажная китай. Фу, блин, китайский. Че? Остановили бы меня хоть, не знаю. Японский. О, еще один Густав. А, глаз чешется. Не, даже дамага не дал. А где еще один? Последний враг. Танки. О. Полетели танки, посмотрим, что ли. Добавим форсажа. Танки какие-то ПЗ. О, да, посмотрим. А, не, блин. Все. Поиграл, братюня, поиграл. Ой. Да. Нехорошо получилось, нехорошо. Очень нехорошо.
Ребят, кто хочет со мной поиграть, приглашайте меня во взвино. Вступлю в любое взвино. Да, в любое. Так, ну, полетели... О, не, полетели на младшем брате Вилдкэта. Ладно, что, мне тут заряжен или нет? Бронебойные, бронебойные, бронебойные зажигательные поставим. Так, модули. Прицел. Даже ничего нет больше. Денег нет. Ну, да ладно, полетели на это. На младшем брате, кажется. Вилдкэта, да, Вилдкэт. Будет точнее. Ну, почти в топе. Ну, сейчас посмотрим, что это за вундервафля. Да, это младший брат Вилдкэта, я в 4F. Тот на 5-м, этот на 4-м уровне. Не знаю, посмотрим. Сколько будет стоить? Это ж премиумный у нас. Якобы. Сонечко светить. Так, что у нас со стримом? Со стримом все very, very good. Так. Ссылочка на мою группу внизу под видео, можете увидеть. Засадили довольно неплохо. Вроде бы. Да, жахает неплохо, хп достаточно. Думаю, будет неплохим самолетом. Который сможет тянуть бои. Неплохой младший брат Вилдкэта. Да, неплохой. Ну, я пока доволен. Ну, блин, на хвосте этот брит сидит. Это не очень хорошо. И никто ж не снимет. Ну нахер нужен, если честно, да? Ну конечно, тяга, блин, слабовато. Да я умри, ой. Давай, 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 давай. А, форсажа уже нет. Это плохо. Так вот. Ну, сучка ж сидит у меня на хвосте, никто ж не снимет. Никто. Ну, тут, конечно, никого нет, но, блин, и все же. ХП, блин, минимум остался. Потеря управления уже. Хе-хе, у него тоже. Давайте вот так вот, красавцы. Дошло наконец-то. Что нужно помогать ближнему своему. Эх, конечно, скучновато самому. Победу. Скучновато самому, конечно, играть. Ну, ничего не поделаешь. Ничего. Ну, следующий стрим точно я кого-то, не знаю, приглашу, что ли. То сам с собой разговариваю. Да ладно. Неплохо получается.
Так, что у нас там по времени? А по времени у нас как раз и все, ребятки. Я уже достаточно рассказал, что в новом патче добавили. Что это за патч, по сути, идет. Да, то есть рассказал, показал. Так. Так. Ну, ребята, все. Давайте, наверное, буду уже закругляться, потому что завтра на работку, все дела. Дети, жена, которых нет, плачут. Буду закругляться. Спасибо, что посмотрели мой стрим. Поговорили со мной, позадавали вопросы. Это мне очень приятно. Все, ребятки, спасибо. До свидания.